Наше приключение у нас, блядь, как говорится, не комната, а проходной двор, да, то есть можно насквозь. Это он свои же плакаты, да, туда вешает. В принципе, уютно, да. Но у меня сразу же вопрос, а где тут туалет? Ага. Что, нельзя? А если хочу? А вот туалет. Не, лол, не открывается реально или как-то на... Я не помню, просто я в это не играл лет 5. Да и тогда, когда я в это играл, я так себе несерьезно относился к геймплею. Тут можно поболтать, наверное, с ребятами, да, можно. Доставим мяч домой. Я это слышал уже давным-давно. Самое главное — это приз. Люблю вести мяч. А почему я ничего ему не говорю-то? Мяч — это та круглая штука. Это яйца. Эта круглая штука должна отправиться всем. Это называется секс. Блин, чел слева как будто бы снимает трусы, вам не кажется? Здорово. Футбол — это жизнь. Ясно. Очередной подписчик этих пабликов. Футбольные футболисты. Чё, футболист? Да, красавчик. За всю свою жизнь я ни разу не попадал в офсайд. Наверное, я так шутил, но это Зинедин Зидан, по всей видимости. Дайте автограф. У меня получается лучше закручивать мяч. А у меня косички. Ха-ха-ха-ха. И косяки. О, что? Он бьет мяч в воротах. Толпа сходит с ума. Вот это история, да. Все дело в мяче. Есть такое. Ну-ка, ты что скажешь? Мы топчем их в пыль. И настоящий настрой боевой у мужиков. Бей, не стесняйся. Ну, как бы меня... Вот это посадят на. Говорю же, это гол. Ясно, как божий день. А чел заебался этими дурачками стоять и пошел по делам. Не, стой. Тренер говорит, что я должен отдавать пас. Пасс. Бей. Может быть, в ас он должен отдать. Я вообще где? Я не пойму, какой-то бор лесной. Одна машина есть, да? То есть взрослые, по идее, да? Что за лужа нассана, смотрите? Что это такое вообще? Тупо санина какая-то. О, качалочка. Качалочка с настоящим физруком. И, наконец-то, туалеты. Нет. Да. Нет. Нет. Не пустили. Как там было в гаче там? Кто хозяин качалки? Сегодня мы делаем отжимания. Ну давай. Давай поотжимаемся. А что делать-то? Что делать-то? Да в смысле? Я пока разобрался уже все время. Отлично. Отжался 6 раз. 6 раз отжался и он устал. О, нет, я вернусь. Я как Рокки Бальбоа, я вернусь сильнее. Ну-ка, что скажешь? Погоди, брат. Чем больше голов, тем лучше. Абсолютно верно. И не поспоришь с этим мудрецом. А ты что скажешь? Жизнь — это ожидание новой игры. Что-то новенькое, кстати. Все дело в титуле. Новые фразы они... Вот пока я отжимался, они учили новые фразы. Вот ребята сообразительные какие. Когда-нибудь видел хек-трик? Хек-трик, легендарная фраза про хек-трик. Это как бы нам намекает на то, что с игрой работают люди, которые вообще про футбол ничего не знают. Как покачался, брат? Говорю же, это гол. Ясно, как божий день. В смысле, голый физрук там нас ждет? Ну-ка, дай-ка посмотрю. Сегодня мы будем тренировать жим ногами. Нет, отжимания. О. Я понял, как это делается. Да, геймплей, конечно, вообще запредельный. Вот бы так в жизни было, да? Отжался 10 раз, теперь ты Александриус Невский. Второй день упорных или упоротых тренировок. А, опа, опа, чё делаем? Курим? Мы втопчем их в пыль. Кого?
Какое классное отражение, да? Бей, не стесняйся. Говорю же, это... Блондинок не бью. Короче, я... Тут какая-то секта, походу, я не знаю. У них одни и те же фразы. А я вообще молчу. Хорошо. Мы поработаем над отжиманиями. Нет, сегодня будем жимы ногами делать. Так, как? Ой, а как? Как? Как, что нажимать-то? Алло, что нажимать? Я не понял, что нажимать. ХЗ. Я просто нажимаю все клавиши вниз. Да на, блин, когда ломаешься, будет медсестра, сломай меня срочно. Вот куда вот он идет, интересно? Так он постоял, подумал. Будни футболистов, чего уж там. И это вот будущие звезды, да? Давайте тоже постоим, подумаем. Кто кого перестоит, так вы думают? Ваша ставка, кто кого? Я не вытерплю, или он уйдет все-таки? Я никуда не тороплюсь. Можем поболтать пока что. 2 часа ночи уже, да. О, победа. Ха-ха-ха, ты слаб духом. Ты не настоящий шаолиньский монах. Да, на таком газончике, конечно. Это, блядь, не газон, это Марс. Это действительно Марс. Какая гигантская штрафная, вы просто посмотрите. Ну, давайте вот представим, что... Рост ребенка где-то, ну, 1.60 м, 1.50 м, допустим, да? Шаг ребенка, ну, наверное, сантиметров, ну, я хуй знает сколько. Ну, сантиметров, наверное, 60, да? Шаг ребенка, представим. Давайте посчитаем, сколько, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Не, что-то мало получилось. 6 метров получилось? Не, это, у него какой-то шаг слишком большой, я так смотрю. Он, блядь, идет, смотрите, как ковбой. Слушай, я думаю, тебе стоит перейти к более сбалансированной тренировочной системе. Так, ща, я понял примерно. На точность. Солить. Идеально. Великолепно. Сейчас могу промазать. Не, нормально. Не, у парня, конечно, талант есть. Не очень я попал, но, наверное, попаду в... Да. Я просто герой Академии. Мне кажется, я умею все. Мы забили. Премиальный можно будет потом потратить. Ля-ля-ля. Ой-ой-ой. Гитар-хиро начался.
1-0. А 2-0. Ну, давай с барьерами. Это опасно, я понимаю, для мужского здоровья, возможно, но бег с барьерами давай. Так, чё? Чё нажимать-то? Так, и чё? Ой, это барьер такой? Опа, хорош. А как скорость-то разгонять-то? Как? Он не бежит. Да, блядь. Типа, как сделать так, чтобы он бежал? Да ёп, блядь. Да он не бежит. Он медленный. Ну припрыгни ты. Скотина. Я не понимаю управление. Тут даже нет туториала какого-то, серьезно. О, нормально. Нормально. Нет? Ну нет, так и нет. Ладно, это было сложно. Попытка номер... Нет, я не хочу больше барьера. Нет, спасибо. Опа, это мое. Это мои финты. Финты. Так. Я уже слышу вертолеты. Это скауты команд других просматривают такого таланта, как я. Ой-ой-ой. Идеально. Юный Роналдиньо на ваших глазах учится делать то, что должен. Фантастическая реакция. Жопный финт. Блестяще. Моя известность. Я говорю, что скауты. Это скауты. Моя известность выросла. Ну, барьеры были, жонглировали. Как дела, приятель? Давайте игру головой прокачаем. Я думаю, тебе стоит перейти к боли. Так, погоди. Ой. Сука. Так, я понял. Ха! Блядь. Давай. Да как? Он просто сквозь проходит меня. Вот серьезно. И что это такое? А чё нажимать-то, блядь? Как? Сука. Ага, понял. Понял. 43 метра пробежал? Всё. Это всё? 43 метра? Позор. Нормально. Усейн Болт! Так, сколько? Ну, по-моему, секунд 5. Можешь все деньги забрать, Антон. Русский бетон, 1000 на таблетке. Спасибо, братан. Спасибо. Давно тебя не было. Доброй ночи. Спасибо за косар. Спасибо, благодарю. Постоянство – ключ к успеху. Так, ну что, пацаны, в честь косаря пробежим 400, думаю, да. За минуту нужно успеть, поехали. А что он пешком-то шел? Я думал, ладно, мой косяк. Слишком быстро. А, запас силы. На натуре. Все-таки длинные дистанции. О, все. Он Александра Невского насмотрелся, да? Давай, брат. Давай. На тебя родные смотрят. Хорошо. Так, тихо. Сбавили темп. И так. А, вон время я вижу. 45 секунд под вебкой. Я не успею. О, он опять сдох. Как же он щеголяет, а? Короче, он пробежал 300 метров, а не 400 за эти 66 секунд. Позорник.
Я получаю мяч. Беру разгон. Отдаю пас. Стеночка. Есть шанс исправиться. Опа, перехват. Перехват. Пацаны, атака, атака. Финт. Ушел. Выход один на один. И... Сука, Дзагоев отбил. Чем больше голов, тем лучше. Вау. Я у него в голове. А, он разговаривает с моей жопой, кстати, если вы видите. Ты забил отличный гол на прошлых выходных. Ты меня с кем-то путаешь, братан. Я запорол все. Бей, не стесняйся. Да лучше меня избить за такие позорные моменты, как в том матче. Блять! У меня палец скользнул. У меня скользнул палец. Что в этой игре делать дальше? Ну вот серьезно. Типа... Это же капец, как скучно. Ну, поначалу было весело, да, но все на этом.